Несколько часов назад интенсивному обстрелу подверглась Авдеевка, сообщают в национальной полиции. Смертельное ранение в голову получила женщина 45-го года рождения. Если в городе еще пострадавшие, пока неизвестно. По данным СНБУ, огонь из крупнокалиберных минометов, гранатометов и стрелкового оружия велся в окрестностях Песок, Опытного, Луганского и Верхнеторецкого. На Луганщине режим тишины нарушался вблизи Попасной, станицы Луганской и Трехизбинки. На окраине Петровского района Донецка четверо мужчин наткнулись на растяжку. В результате взрыва они получили ранения. Контрольно-пропускной пункт в станице Луганской с сегодняшнего дня не работает. Его закрыли из-за усиления обстрелов. Возобновят работу КПВВ, когда ситуация стабилизируется. Сейчас в зоне военного конфликта 4 пропускных пункта. Наиболее загруженные КПП в Зайцево, Марьинке и Новотроицком.